Всем привет! С вами я, который был в первой роли. Сергей Александрович, называется канал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, а если вам не нравится, значит ставьте дизлайки. Сегодня вышла вторая часть, я вам не обещал, но она уже вышла час назад, тот ролик. Но я его снял уже, как по-моему, вчера, или даже позавчера. Сегодня я хочу вам снять вторую часть, и вам должно это понравиться. Я, к примеру, хочу, чтобы вы подписались на мой канал. Очень сильно вы этого хочу. Хочу хотя бы 10 подписчиков. Очень хочу об этом. Потому что давно очень хотел этот канал завести. Это папин древний канал, он уже 2 года. Папа тут ничего не писал. Сегодня будем играть также за монстра, но и за определенно за этих. Сегодня должно выйти, может быть, даже и 2 ролика выйдет, но это не точно. Да, это не точно. Я буду регулярно для вас выпускать ролики. Как и так, я вас очень уважаю. Вы для меня самые любимые. Это мой канал первый, я очень рад, что вообще начал его снимать. И надеюсь, мы с вами подружимся. Так, нету камеры, будет камера, я с вами показал, что бы взяли на лице. И у нас на карте какая-то болото. Ладно. Ну, тот же самый принцип, только сегодня я уже не буду. Мы также играем за барашка. Против нас тоже безобразно, это мальчик, девочка и кролик. И мы начинаем. Будем ловить своих атакующих. Вижу. Одного кролика. Хочу кролика поймать. А что ты думал? Все, я кролик поймал. Кролика поймать. Он должен быть моим. Он издевается. Если да. Что делать, уже сразу же понимаю. Ну, типа, это смешно. За такое маленькое время пятюня, я сейчас бы сказал. Ну, ребят, это уважительно. Я за такое маленькое время, мне просто, ребят, повезло. Я потратил минуту. Да? И я хочу с вами подумать. Для меня вы самые лучшие все друзья. Я вас очень уважаю. Здесь мы собираем 10 подписчиков-то. За пару недель. Сегодня мы будем еще, потом будет, выйдет игра, ну, мы, ребят, сделаем. Залишь мы за Алекса? Давайте залишь. Давайте ради интереса. Ну, я вот эту игру играл как-то уже. Ну, когда мы с вами играли, я в нее довольно так играл. Но сейчас я уже играю. Вчера был, ну, я был возбужденный, ну, не вчера, конечно, а позавчера. Я был очень сильно возбужденный, чтобы, извиняюсь, будет мое первое видео на YouTube. Это было так классно, вот я такая девочка. Кстати, это первый стандартный этот, он, ну, довольно слабый. Я знаю, тут очень много всяких пряточных мест, даже та же самая обычка. Все, я буду смотреть за кроликом. Нет, я хочу в ту коробку. Я знаю, тут одно место, где можно взять эту коробку. Вот тут.
лесу. Ну, это я. Как жалко, конечно. Спаси, 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 пожалуйста, спаси. Давай, спаси меня. Молодец. Стой. Молодец, молодец. Куда бежим? Я с тобой. Побежим, побежим, побежим. Катя, как всех подальше. Чисто я убежал. Нет. Что с батоном-то? Чикапон, не чикапон. Проиграли, ну вот. Мы сейчас спасем кроликом. Очень стыдно, что я так прибыла. Делать что-то тебе. Он не мог это 15 секунд, не мог прыгать. Ну вот, короче, такая у нас игра. 9, ну мы выиграли это даже логично. И все благодаря мне. Я спас всех, они спасли меня и тому подобное. Финиш! Финиш ты! Финиш ты! Ну, есть такой мем, типа финиш ты, финиш ты. Так умеют, так это говорить умеют люди, это я вообще поражаюсь. Я честно так никогда не умею говорить. Продолжаем играть, вот тоже. Ну вот такой у нас ролик вышел. Мы сейчас сыграем еще раз за каких-либо игроков. Ну, мы сейчас сыграем за монстрика. И ждите от меня нового ролика, который выйдет на канал. Вот. Черепа самые мощные, вот эти самые мощные, значит, самые сложные. Типа, вообще, прикольно сложные. Я хочу что-то. Давайте просто для интереса выберем какую-то библиотеку. Я на таком никогда не играл. Ребят, эта игра есть не в ссылочке, но, конечно, в описании, но все равно. Выбирайте сами там и тому подобное. Эту игру вы можете купить на Алиэкспресс, на Авито, там, на всяких этих консолях. Ух ты, давай, посмотрим. Сейчас не было.
не помню, как этот ролик. Я сейчас думаю об этом. Надеюсь, вам всем понравится эта рубрика. И если на этом берутся 2 лайка. Нет, реально, 2 лайка я еще не прошу. Это... Я угоняю, я вам честно. Но я сама что-то открою, все типа. Он, мне кажется, обидится. Батяк! Все ловит, давай, сейчас меня понимают, что я ебал. Ну, я ебал в этой игре, конечно, не совсем неплохо, все равно не могу. Запомнить. Один деактивировал, сейчас кто-то деактивирует то, и скучно ловушку. Зачем? Хелп! Блин. Давай. Всё, ребята, мы выиграли, нас, он нас освободил, всё. Нет, 30 секунд, ну как можно было? Стоп, тут, а тут кролик что-то делает. Вот он. Давай подержимся. Да, чуть плохо. Ну как они могут, они же могут за 18 секунд убивать. Эпично закончили! Голова крутится. Вот это ролик на этом подходит к концу. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, не ставьте лайки. Всем пока. Пока-пока. Но мы их не закончили. Надо ачивку получить. Я не знаю. Нет, не получилось. Всем пока-пока. С вами был я. Меня зовут как? В комментариях. Если вы, конечно, не услышали когда-нибудь мое имя.